Сегодня в МВД Почвашии состоялось расширенное заседание коллегии министерства. Министр Сергей Семенов отметил, что за прошедшие полгода уровень преступности продолжил снижаться. В Чувашии из расчета на 10 тысяч человек совершено 55 преступлений. По этому показателю наша республика занимает третье место среди субъектов Приволжского федерального округа, уступая только Мариэл и Пензенской области. За прошедший год не произошло грубых нарушений общественного порядка при проведении массовых мероприятий. Усилен контроль за безопасностью дорожного движения. В первом полугодии снизилось число ДТП. Также уменьшилось число убийств, разбоев, грабежей, краж и мошенничеств. Удалось полицейским добиться повышения доли раскрытых преступлений. Наградили на коллегии наиболее отличившихся сотрудников полиции.